Бросилась помогать людям, за это попала в больницу. Два перелома челюсти со смещением, перелом костей носа, сотрясение мозга и кровоизлияние в нос. Все это челябинка получила за то, что предложила вытащить машину из рва. По словам пострадавшей, все произошло в парке в районе улицы Александра Шмакова. Мужчина на фото встретил на стоянке двух незнакомцев. Они представились Маратом и Рустамом. Причем последний был явно нетрезв. Те рассказали, что их Lexus провалился в ров, и им нужна помощь. Челябинец понял, что его Нива точно не справится, и разместил пост в соцсетях. Его и увидела владелица внедорожника Алена. Женщина сразу выехала на место. Я являюсь участником клуба Offroad 74, где люди, единомышленники на больших машинах, встречаются, вместе катаются. Такое прям братство-братство, потому что мы можем вытащить друг друга из любых сложных ситуаций. У нас есть отдельный чат СОС, в который можно написать о том, что ты где-то там застрял, не можешь выехать. 8 числа, это примерно половина 12-го, Саша попросил помощи, говорит, слушайте, говорит, ребят, кто-нибудь подъедьте на большой машине, потому как я не справлюсь. Но там ей, видимо, были не рады. Мы никогда не спасаем пьяных. Но Рустам сказал, что его сын сидел за рулем. Рустам, он громко рассуждал о том, что сомневался в том, что женщина понимает ли правила эвакуации авто. Рустам, я говорю, ты чего кричишь-то? Я говорю, ты давай как-то потише. Он начал нести ересь по типу, ты не можешь быть меня выше, потому что ты ссышь ниже, извините, это цитата. И как-то я на эту фразу рассмеялась. И в этот момент получила удар в лицо кулаком. С криками, я тебя убью. Ты, тварь, не имеешь права так со мной разговаривать. Он пытался бежать за мной, его останавливал Саша. На Сашу начал прыгать его сын, как мы потом выяснили, он борец ММА. В итоге женщина попала в больницу с переломами и серьезной травмой головы. Досталось и мужчине, который первым вызвался помочь владельцам «Лексуса». У него выявили сотрясение мозга и множественные ушибы головы и рук. Пострадавшие обратились в полицию.